Так, пепка сдвинулась, что ли? Тыры-ты-ты-ры-ты-ты-ры-ты-ры-ты. Да, пепка сдвинулась. Ну что все, что же, всем привет. С вами Stone Crush. И мы продолжаем Кену Мост Духов, Кена Bridge of the Spirits. Bridge of Spirits. Так вот, да. Потом будет Беншин. Как мы в Кену играть? Кена, конечно, у меня подлагивает. Это где я сохранился вообще? Я что-то не понял. Так, мне надо в хлеб Руфуса. Я вообще сохранился не здесь. Почему мне сохранение сюда привело? Да не лагай ты. Лаги. В 2К стримить не смогу. Потому что у меня монитор 1080. А и да и 2К, наверное, вряд ли мой компьютер потянет. И чё это, зачем это? А, бомбу же надо, да ё-моё. Это всё? Окей. Почитал обзор на Кену иностранный. Человек возмущается, почему эта игра стала лучшей инди-игрой. И дальше возмущается, почему игра такая сложная на нормальном уровне сложности. Хотя она вообще не сложная. И не простая, но нормальная. И почему игра этом. На легком уровне сложности играется как легкая прогулка. Тут, наверное, может быть, я соглашусь, фиг знает. Так, обходить что ли надо? Обойдем, ладно. Да стоп тебе. Окей, надо очистить сначала там. Очистить. Иногда музыка напоминает Alice Mass Returns, но не совсем уж. Так, конечно, напоминает. Но есть что-то. Ну, местами напоминает. Вообще музыка какая-то довольно-таки тихая. Хотя я делал вон общую громкость всего. Понятно. Почему она играет тише, чем эффекты эти звуковые. Главное, конечно, подстроить, чтобы играла музыка больше. А тут только сундук, что ли, и все? И это все? Что-то у меня вопрос к этой игре.
по поводу механик. А, вон куда надо. Все, я понял. А как мне туда попасть? А, мне надо там, где сундук. Оттуда попробовали. Только зачем? Может быть, просто перевернуть надо. Может, пофиг на сундук. Сейчас проверим. Так бросай ты эту бомбу. Я понял. Ну, тут где-то перевернуть надо. Что-то. Это, наверное, нет. Еще разок. А, бомбу нельзя кидать, пока она не взорвется. Окей. Что с этой стороны делать? Или я что-то не догоняю. Фу. Давай. Ах да. Так. А чё не так-то? Это же, блин, несложно, ё-моё. Что за фигня? Ну реально, ребята. Что это? Ну не успевает. А, может мне надо оттуда?
попробовать как-то это. Может, мне надо отсюда как-то подстрелить эту штуку. Что не так-то? Что не так? Говори. Инструменты надо найти. Сюда не надо, что ли? Да вообще не надо, оказывается. Да потом, наверное. Я бы знал, где это. Блин, нет. Мне срочно надо отойти. Что-то не по себе.
Получше стало. Придется пить. Так, что я делаю? Я забыл, где карта. Я забываю, что это не Геншин. Так к Геншину привык, что капец просто. Что я уже нажимаю L1 прям вот машинально. Просто там это меню. На L1. У меня теперь найти способ туда попасть. А в то место мне еще рано. Мне надо как-то вот сюда попасть, в хлеб Руфуса. Здесь что ли он? Ага. Да куда? Еще разок. А может надо снить? Сновить нельзя. Здесь сундук. Сундук, фундук. Где мои модераторы? Надо зайти. А где модераторы? Они в Дискорде должны. Ага, 5 мир танков, как всегда. О, господи, опять они. Ладно. Извините, что прерываю игру. Да блин. Игра. Да опять не ту кнопку жму. Извиняюсь. За такие затупы. Ой-ё, вот это враги моей мечты. А, понятно. Так, что тут, тлёныши?
И чего? И куда вам поставить эту штуку надо? А это что? Еще одна такая, что ли? Так, чё за фигня? Может так сдвинуть? А, наверное, мне надо поменять вот эту на ту, потому что на ту я не запрыгну. А, не, я понял, что мне надо сделать. Мне не надо было это убирать. Мне надо было по-другому сделать. Мне надо было просто подтащить ее. Надо было просто сделать. Проще некуда все. А, не, они не смогут. И вот это уже интересно. Тут ступенька не дает. Я не понял. А чё вы? Может, мне надо как-то подтащить сюда? Чтобы я смог запрыгнуть. А потом сделать вот так. Ага. Да. Так и есть. Перерыв, конечно, такой сделал небольшой. Ну, извините. Не хотел. Но пришлось вынужденный перерыв сделать. О, господи. Опять эти взрывные. Блин, ремнант вспоминается. Да уйдите вы. Ведь они мне взрывных фигачат еще, да? О, господи, игра. Ты серьезно? Ты серьезно, блин? Ты мне еще и взрывных пихаешь. Эта сложность как-то довольно-таки из-под контроля вышла. И что я должен сделать с этим? Да ты... Издеваетесь?
Понятно. Опять? Босс? Да, босс. Вазовый рыцарь. Вазовый, блин. Что за атака такая? Ты издеваешься? Могу плечом и попасть. Да блин, стреляй! Блин. Со стрелами проблемы. Я бегу отсюда. Ай, куда он исчез? Есть, победа. С первого раза. Это восьмой босс был. Да, тленные стрелы помогают, в принципе. Но на увеличение урона ничего не дают вообще. Ну вот эти приемы, они вообще бесполезны, по-моему. Мощные атаки всякие. К врагам лучше не подходить близко по опутанному врагу. Тоже не особо полезная штука. Две бомбы одновременно. Ну, странновато. Так, что это баба скажет? This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Мы сейчас вот здесь находимся. И нам надо будет потом еще сюда идти. Это будет последнее место. Карта не такая большая, но я скажу так, мне этого хватает абсолютно.
Так, тут что у нас? А, ну это я уже делал. Ну-ка. Так, наверх. Форминг, все дела. Чего? Вот так надо сделать. А, ну да. Ну здорово, в полку прибыло. Еще один. Еще один поскребеныш. А, все, мне надо уходить отсюда. Че я тут делаю? Поскребенный, что я собрал. И все. Я освободил. Пофадиры. Цветок пошли освобождать. Ура, свобода. И чего? А, все. Руфус, ты в порядке? Я не могу поверить. What are you doing, big guy? Easy there, old friend. I'm happy to see you too. This is Kana. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. Ты его статуя, что ли? Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Протёр большинство наших рабов в трупу. Let's go find another relic. Наружная реликвия. Вол. Поищите вторую реликвию Адиры в кузнице. Да чё ж вы так меня далеко отводите? Тлёныши дали. Три штуки. Три штуки в армию. А армия пополняется. Да, это я не хотел. Это я уже делал, да? Так. Мне теперь надо как-то туда попасть. Страх Адиры. Вход в кузницу. А страх Адиры мне зачем? А это что? За замок.
Сундук открыт. Это тут мы были. Так, теперь надо куда? А, через мост, наверное. Так, короче, надо по тропинке вот так вот встретить. Тут враги есть. И тут лагает. Да ты, блин! Статую ставим. Куда-то и надо. Куда ее поставить-то надо, эту статую? Даже не знаю, куда ее ставить. Сюда куда-то не лагает. Не лагай. Не лагай. Да не то. Еще одна статуя. Еще шляпа. Блинчик. Ой, капец. Проходи давай. Куда ставить эту статую? Пока неизвестно. Еще одна. Надо бы посмотреть, куда ее сначала вставить, а потом уже управлять. Точно не сюда. А, вот куда. Блин, так... Они бросили ее, что ли? Да вы задолбали, а? Нормально-то будете? Вот она, статуя. Тащим, пошли, тащим, тащим.
отсюда. Ну быстрее тащи. Симулятор рабского труда. Это тут чё? О, сундук. Тут враги. Окей, я понял. Здесь только мелкие. Ну вот это ладно, это вопрос. О, тлёныш. Ладно, хоть не шляпа. Смысл большого кольца, чё на тлёныш, я тоже не понимаю пока. Где-то дом должен быть. В этом, по-моему, доме. Да не бомбу кидать надо было. Сюда, сюда. Тащи, тащи. Последний. Где он там? Где последняя статуя? Дальше что ли? А какой дальше? Здесь где-то, по-моему, она. Я проверю. Чего? Что сейчас было? Что? А! Уже нельзя, потому что уже статуя взята была. Окей, ладно. Здесь статуя есть. Нет, надо там где-то статую искать.
Чего? А чё оно мелькает? Так что ли надо? А, ну да, понятно всё теперь. Так, вот это вот. Вот она. Как же сдобался искать. Яйцо доступно у шляпы для тленышей. Вас, ради шляпы, так стараться. Не, вот создать стрелу с тленом — это очень хорошо. Тленный молот. Ну, такое, тленная бомба. Если вы успешно попарируете атаку врага, получите... Если я бы знал, как парировать в этой игре. Как парировать? Меня никто не учил парировать. Где парирование? Тут нет ничего про парирование. Посидеть с тленом. Ну-ка, посидеть. Чихнуть, танцевать, поцеловать. Ну и чё он не танцует? Так, а тут что? Снимок какой-то. Так, окей. Так, мне надо как-то обойти это. Или потуда, или потуда. Вот в кузницу. Попробуем обойти вокруг.
враги. Вот как его парировать? Да не тебя парировать. Мне кажется, только мертвых врагов могут парировать. Настолько хорошая прокачка, что мне даже, я даже не знаю, что мне качать. Интереса качать что-то с бомбами и прочее вообще нет интереса. Нету ни прокачки на урон, ни прокачки на здоровье, ни прокачки на что-то другое. Вот что мне пригодилось, то я поставил. Остальное я вообще не знаю зачем. Ну стрела по этим врагам, по оббитым. От оббитого врага отскакивающие. Что она дает? Да ничего. Я обхожу это, а толку-то? Где-то наверху. Но я поражаю отзывы, что это лучше инди. Ну, инди лучшего я даже не знаю. Нет, я знаю лучше инди прошлого года, но никто в это инди, кроме меня, играть вряд ли будет. Потому что у нас большая часть людей только графон подавать, да, рогалики. Ну, еще есть пропаганда всяких AXBT и прочее, поэтому и... Игровая журналистика, она вообще пропагандирует так, что просто страшно представить. Игровые журналисты, мы в игры играть не умеем, в игры не играем, но про игры будем рассказывать. Как они рассказывают? Поверхностно. Прокинул тоже обзоры странные были. Говорят только про сложность и все. Ну, западные как бы обзор игры. Рецензия западная. Тупо про сложность. Подождите. Такая... А чё вы хоровод крутите? А, все правильно. Вот сюда же. Так, сундук с врагом, да? Ну, давай. Покажи, что там за сундук с врагом. Где враг-то? Ты зараза, а? А, тут нет времени. Отлично. Хоть тут времени дают. Туда стали эти сундуки на время. Где ты? Замечательно. Типа и в игре и так стамины нету, а человек говорит, что игра сложная. И причем человек говорит, что у него 20-летний стаж в играх. То не исключается эта игра как Dark Souls. По боевке.
Но Dark Souls без стамины. Че, он застрял? Ну и хорошо, что он застрял. Блин, сейчас не застрянет. А нет, застрял. Смотрите, он застрял. А! Он идет сюда. Готов. И это ради шляпы. Естественно. Ковбойская шляпа. Отлично просто. Так, кушайте. Чё, покушали? Так вот, что я делаю? Так в кузницу надо как-то войти. Где кузница ваша? А, вон она где. О, магазин шляп. Еее. Доступна новая шляпа для тленущей солнца. Солнце мое, солнце взойдет. Это что за маска для тленышей, господи. Сколько тут масок надо еще открывать? Кто-то будет пытаться все маски эти собрать. Я уверен, найдутся люди. Так, ну тут надо мне вот это. Иди сюда. У меня работа для тебя есть. Чего не двигаешься-то нифига? Че, иди отсюда. Так, тлен. Жизнь тлен. О, тленыш. Еще один в пауку прибыл. Сорок пять. Да что я делаю? Так, а как кузню-то почистить-то эту? А, или все правильно я пришу. Войдите. Нет, не сюда. Там же бывает. Баба была там. Там была баба.
Мне с этой бабой надо поговорить. Она мне кое-что прояснит. А, вот она. Ну, здорово. Справился? Вот справилась. Нормально. Нифига себе. Вот это у ворот. Вот это у ворот. Так, а чё? Ничего. У меня вопрос, как туда попасть? Ну, если я упаду, я скачусь. Вот, скатиться? Давайте скатимся. О, еще в полку прибыло. Сорок шесть тленышей уже. Я думаю, я шкаф открою. Нашему полку прибыло. Ой-ё. Так, это было легко. Правда, у меня здоровья уже нет. Ладно. Так, и чего? Нормально. Меня камнями завалило. Отлично, игра. А что делать-то? А, сначала надо залезть. А потом уже вот этой фигней заниматься. Все, я понял. Да, блин.
Успел. Зо красиво было. Ага, вот сюда. То сюда. Так, что тут у нас? Тут мы скатились. А, вот тлёныш. Собираем его. Еще один. Еще один в нашу армию. Еще тлёныш в нашу армию. Только зачем они мне уже эти уровни тлёнышей? Посмотрите. Что тут прокачивать? На третьем уровне. А, вот. Вот на четвертом уровне тлена прозвище Такены повышено. Я этим щитом не пользуюсь вообще. Ну, серьезно. Вообще не пользуюсь. Нафига он нужен? Для парирования? Он пробивается очень быстро. Я лучше уклоняться буду, чем щитом пользоваться. Там спуск вниз был. Я так понял. Ага, понятно. И чё, если я тут останусь? Чё будет? Я же назад-то не вернусь. Давай быстрее. И все. И это все. Ага, понятно. А, вот как надо. Ясно. Понятно, ясно. Попробуем по-быстрому. Мы не успеем, я думаю. А, почти. Ух. Надо было вообще вот так. А я не так. Ну я по-своему. Так, ну что, босс? Номер 9. Да, босс номер 9, каменный хранитель. И чё этот каменный хранитель делать умеет? Врагов вызывать, как обычно? Только не говори, что его бомбами надо бить. Будет вообще радость. Ну я тогда прокачаю бомбы. Урон от бомб повышается. Скройте способность обсуждать две бомбы одновременно. А, давайте две бомбы. Ой, куда я упал? Сейчас посмотрим. Если бомбами, то бомбы пригодятся. Не, по-моему, бомба бесполезная фигня. Да уйди ты.
топить надо. А, его даже ударить нельзя. Что, бомбами реально? Но урона-то мало. Это за духотень, а не босс. Или тленное действие надо использовать. Какой офигенный босс просто. А, понятно. Ему надо открыть его болевые точки. Блин, босс еще раз тянулся на целую вечность. Чем дальше, тем душнее, реально. В плане боссов игра, конечно, да, такая думная. Что бы нам придумать? Ну блин, мультик мы можем сделать, а вот Dark Souls... Ну да, реально, да. Давайте Dark Souls сделаем. А то получится, что игра довольно легкая. Какие там самые... А, нет, да. Дед, сначала надо сделать игру посложнее. Какие там самые сложные игры? А, Dark Souls считает самый сложный. Ну вот. Мы Dark Souls сделаем свой. Мы делаем милую игру, но сделаем ее с боевкой а-ля Dark Souls. Но без стамины, чтобы не так было сложно. Ну-ка. Чё я сделал? Блин, я тлен еще не туда использовал. Да, мы сделаем врага, которого невозможно ударить. Которого нужно бить только по болевым точкам. Привет, Horizon Zero Dawn. И как же это... Или Doom Eternal. Привет, обе эти игры. Котленную стрелу. Ха-ха-ха, не работает. Замечательно. Ой, как замечательно, ребята. Чё не работает в этой игре? Ты издеваешься. Когда бить-то мы его будем? Или... А, я понял! Ему слабые места открывать бомбой. Да это ж капец бред.
Серьезно. И оно открывается еще на время, это слабое место. Короче, открываем слабое место бомбой. Потом натягиваем лук. Стреляем. Рука отвалилась. Да дайте прицелиться. Жесть, как мало времени дают на то, чтобы его подстрелить. Воздух атака капитальная. Я запарюсь с ним. Да что за нафиг, а? Тупый враг. Да стоп тебе. Привет, Санька. Хотели не босс. Замечательно. Короче, они все-таки сделали это, блин. Сделали босса, которого надо бить только по болевым точкам. Которого бить нельзя вообще никак. И от этого мне горит. Причем жалуется, что легкая сложность очень простая, а нормальная очень, очень несбалансированная. Я играю на нормальной сложности. Ай-яй. Да ты достал. Вот такой интересный ступ, я просто офигеваю. Где слабая точка-то? На ноге? Серьезно? Сзади ноги? Да блин, фиг попадешь в него. Жопа. Бредовый босс.
Мало того, что враги мешают, так еще, блин. Толку с этих двух бомб? Ничего не дает. Ты застал с этой духотой. Да ты, блин, долбанная душная фигня. Да не бомбит у меня. Да, блин, прицелиться не дают. Ну да, на ноге где-нибудь, да? На сзади ноги. Она уже дыра заделалась. Чего? Эксперт стоял? А, Дексовин стоял эксперт? Максимальная сложность стояла? Кто ее поставил? Почему стоял эксперт? Я же эксперт не ставил. В смысле? Какой нафиг эксперт? Я на нормале играл. Какой эксперт? Они мне взяли сложность, эксперт поставили. Какой жопу эксперт? Я не играю на экспертах. Нафиг нужен легкий, ставлю эксперт. Так я режим истории не хотел ставить. Стоял я по умолчанию на режиме истории. Я такой смотрю, вот, проводник духов. Я так понятия не мог, какая сложность. Проводник духов надо ставить. Странно, что эксперт. Блин, эксперт такая духотень, нафиг надо. В жопу этот эксперт. Вот сейчас получше будет. Эксперт какой-то вообще ад. А человек, иностранка там жаловалась на норм в игре. А я на эксперте играю. Душные боссы. Душные боссы на эксперте, блин. Да он такой же и остался. Такой же душный. Какая разница. Эксперт, не эксперт. Единственное, что здоровье меньше тратится. Хотя нет, нифига не меньше. Утленное действие быстрее восстанавливается. Но оно не поможет тут. Нет.
На эксперте играет. Да нафиг мне этот эксперт, засуньте его в задницу. Я и думаю, чё так сложно? Ты чё, получается, я на эксперте так играл хорошо? Окей. 8 боссов на эксперте одолел. Офигенно. Но этого я на эксперте уже не одолею. Мне бы его на нормале одолеть хотя бы. Да блин, он закрыл свой глаз. Мне проще не стало, сразу говорю. Нифига вообще. Проблемы те же и остались. Вот врагов меньше стало появляться. Врагов меньше появляется просто и все. По 2 врага появляется, а там по 3 появлялось. Ну и где восстановление здоровья, где чё? Ну и... Чё изменилось-то? Чё изменилось? Проводник духов, не проводник духов. Какая разница, вообще не понимаю. Эксперт, не эксперт. Вот, смотрите, сейчас какая будет сложность написана? Обычная. Вот обычная. Вот обычная минор. Сложность какая? Обычная. Горит у меня с этой игры уже. В основном на легкой проходит. По-моему. По крайней мере, мне так кажется. Ну из тех, кого я знаю, кто проходил. Вот игры у меня горит реально. Но если на эксперте она не сказать, что сильно, блин, сложно, если вот... Ух, вот это место я наконец-то пробил. Наконец-то я ему пробил. Где в теме сказать про пробитие? Ну и чё? А, мы вбить его сейчас можно? Вот сейчас его убить можно. Наверное, по ногам бить уже можно. Да, нужно бить. Аллилуйя. Блин, тленное действие надо. Перезарядка тленных действий быстрее будет. Но вот это меня радует. То что на эксперте они очень медленно это восстанавливались. Ну ладно, сейчас пройдем. Теперь хотя бы я понял. Блин, а у меня нет тленочки. Мне надо тленочку накопить. Чтоб его освободить. От этого говна.
Давай, давай, в тачке с боссом. Да ничего. Все завалим. Да блин. Да блин, все готов. Ну нормально, солнце надо было играть, а не на эксперте. На самом деле эксперт создан только из-за боссов. Вот из-за этого босса. Не знаю, что игру считать слишком сложной. На эксперте так понятное дело, что она сложная. Как-то сложная, не сильно, а сложная на самом деле. Ну из-за этого босса она, да, сложноватая стала. Этот босс несбалансированное говно какое-то. Куда мы идем? I found my tools, just where I left them. It should come in handy. Наконец-то мы нашли эти инструменты. Так, а куда мне эту змею-то отправлять? Я думаю, чё мне так сложно? Кажется, я играю на эксперте. В шоке я. Я в шоке сам от себя. Хотя я выбирал не эксперт. Как я эксперт выбрал, я не знаю. Ну все, инструменты есть. А, вон куда надо. Вот сюда надо. Отправить этого. Я на максимальной сложности не всегда играю. Но мне неохота париться с этим боссом. Потому что он такой долгий, этот босс. От этой долгости и душности меня просто вымораживает. Нет, я поиграл на максимальной сложности в игры, которые я уже проходил. Это понятное дело. Которые мне нравятся. Но там тоже будет сложно. Включи первый стрим по Кенни, там ты на вторую минуту говоришь, хочу погореть, выберу эксперт. Странно. Как я так это прошляпил? Я вроде не говорил, хочу погореть, я говорил, что там стоит изначально в Кенни легкая сложность. Я говорю, зачем мне легкая сложность? Я нормально выбираю. А почему-то выбрал эксперт. Я не знаю, как я так это прошляпил, я не знаю. Серьезно, как так получилось, что я не ту сложность выбрал? Все равно горел я только на одном боссе больше всего. Ну и на врагах, на некоторых. Но в основном-то я проходил.
Просто боссы не такие, как вот, например, в слэшерах, которых надо бить, 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 вклоняться и прочее. Воу, доступна новая шляпа. Да достали эти шляпы уже. Где телепорт? Я сказал, хочу погореть, серьезно? Что-то я себя не узнаю уже. Я удивлен, что если я так сказал. Надо посмотреть. А зачем мне лифт-то, я не понял. Смотри, если не веришь. Это на меня не похоже просто. Наверное, я себя хардкорщиком возомнил каким-то уже. В принципе, эксперт, если посмотреть, только из-за этого босса слился. Как бы эксперт тут не такой уж и эксперт, в принципе. Я половину игры-то прошу на эксперте. Okay. I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Так, ну давай, давай. Да блин. Бомба. Ура! У меня дождик начался, в Геншине грустно. Окей. В Геншину я вернусь. Так, 9 боссов мы завалили. Надо Адиру спасать эту. Так, сколько времени-то? Еще час можно посидеть. А потом у нас Бейдом будет в Геншине. Сердце деревни. Ну хотя бы я проверил свои силы в Кене, что я не такой уж и слабый игрок. На эксперте прохожу. Ну, Кена не сказать, что это сильно сложная игра. О, господи, я свалился. А, в воду? Ну ладно. А почему Бейдоу там других встреч куча поинтереснее? Санька, я по порядку иду. Бейдоу следующая в списке. Ведь потому и Бейдоу. Так, ячер, иди нафиг. Просто встречи байды скучноватые. Ну а что поделать? Примагемы дают? Дают, все. Будем делать. Главное не суть встречи и прочее. Главное примагемы. Хоть какие будут встречи. Главное, чтобы давали примагемы. Если бы не давали примагемы, я бы даже не играл. Таран. Да, весь смысл в примагемах. Теперь понятно, почему душные боссы были. Блин, ну на максимальных сложностях всегда боссы такие жирные. На то она и максимальная сложность. Поэтому
Какой смысл играть на максимальной сложности, если это просто растягивает процесс? Как бы суть-то одна и та же. Ну и на изи какой смысл играть? Это слишком будет легко. Говорят, что в Кене на изи вообще легко, а вот на нормале сложно. А я на эксперте играл. И мне не было так сложно на эксперте, как... Как говорят, что сложно на нормале. На нормале я бы не сказал, что сложно. На нормале этот босс легко бьется. Так, как мне залезть-то наверх? Меня с камнями завалит. Почему именно байда? Ну, потому что байда. Блин, что делать? А, вон что надо делать. Пока не понял, если честно. Но это зачем? Сейчас я подумаю. Не знаю, просто многие называют байдой, а... Ну ты же не многие. Люди могут как угодно называть. Вчера был по Геншину стрим Нюка с этой... Соленой, которая, ну... Кудзюсару переделывалась. Просто я ее так запомнил. И с этим, как он его звать? Как его звать-то этого? Глин. А также Нюк. Ну и... А, у Нюка, да. Я вроде сказал у Нюка. Немного туплю. Алена Далеритай. Что значит? Что значит Далеритай? Алена вдали летай. Алена, меня не трогай. Алена. Алена в глаз дай. Что-нибудь такое. Так, вот я пока не понимаю, что там сделать-то надо. Сейчас посмотрим. Ларита, это она так себя зовет на Твиче? А. Но я ее на Ютубе увидел, а не на Твиче. А что делать-то теперь? Тонуть? Пока непонятно. Да не залезть. Что делать? Ладно, я подумаю. А почему Варитай? Че это сейчас слово Варитай? Ну хотя бы Варитай вроде звучит как-то, ну, оригинально. Варитай. Я не помню таких ников ни у кого. Вот отсюда надо.
Привет, Рома. Мод сделать на другую сторону. Прикинь, Рома, я на эксперте играл. Я это понял только на боссе, который с камнями был. Я прошел 8 боссов на эксперте. Ай, блин, я сдох. Максимальной сложности прошел. А я думаю, я играю на нормальной. Я думаю, что такие боссы долгие. Так, я пока не знаю, что делать. А, мост вот на эту сторону, что ли, мост? А, вон туда мост. А я не допрыгнул? Нет, не допрыгнул. Мост на другую сторону. А вот сундук. Давай, враги. Опять победить деревянного рыцаря? Замечательно. Я ненавижу этого босса. Блин, ну повтор боссов, конечно, не очень круто. Вообще не круто. Да ё-моё, да ты достал. Обычный враг меня убил. Чё-то я расслабился. Нормально переключился и расслабился. Да блин, да куда упал я? А чё, я могу его так убить? А нет, он исчез. Блин. Давайте еще раз попробуем. Эх. А, мне же надо просто тлёныша отправить ему. Нет, не получается, что ли, тлёныша отправить? Да блин, идите нафиг, а. Вы кто такие? Я вас не знал, идите нафиг. Да блин, да. Ты серьезно? Вах. Попробую его еще раз одолеть. Вообще с ним сражаться не особо хочется. Это ради шляпы, да? Ради шляпы его бить. Хочешь новую шляпу? Бей босса. У нас красивые шляпы. Какой смысл играть на эксперте? Никакого. Мы просто играли на эксперте. Хотя я ставил, но нормал ставил. Не знаю, что игра мне поставила эксперт. Но вот посчитал, что я слишком хорошо играю. А может, я по дуре поставил эксперт.
Но если ты играешь на эксперте, к тебе уважение больше. Как бы... Это всегда так. Если ты не играешь на эксперте, к тебе нет уважения. Если ты проходишь все на изи, мало кто будет тебе смотреть. Уважать тебя. На нормале, ну, на нормале тоже особо не очень. То, что я знаю тех, кто проходит на... Кто проходил на изи, их вообще особо не смотрят. Вообще, я знаю как стримеров, которые играют на максимальной сложности, им говорят: проходи только на максималке. Не будешь на максималке проходить, мы от тебя уйдем. Такие вот фигни. Чё это такое? Чё это сейчас было? Чё это было сейчас? Даже на нормале сложно. Мне кажется, тут сложность как-то не особо влияет. Может, она и влияет, но не так сильно. Просто тленные действия пополняться быстрее будет. Это да. В этом только сложность понижается. Да стоп тебе. Да, блин, упал. А я упал. Блин. Да стоп тебе. Уровни сложности просто написаны были очень странно, поэтому эксперт я выбрал. Если бы они были адекватно написаны, может, я не выбирал их, может, игра выбрала. Фиг его знает. Thank you.
Да, блин, почти завалил. Кстати, советую не убивать трех монстров и не выполнять три пробежителя через два дня, но и ПП откроется, тогда я лучше сделаю. Окей. Спасибо за совет. Я думал, ты трех монстров имеешь в виду вот с этим боссом, который в этой игре. А потом прочитал БП, оказывается. Это тут тоже три монстра вокруг бегают. Вокруг босса. Советую не убивать трех монстров. Я и думаю такой, чего? Каких, почему им убивать? Ага, не, я про Генш, я понял, что про Генш. Тут тоже три монстра вокруг противника. Обитают. Блин, это сложно. Это на нормале, блин, сложно. На эксперте это еще сложнее. Я забываю, как он... Я не ту кнопку нажал, бомбу кинул. Я попробую пос... Ой, не то нажал. Так, что у нас там есть? Ну-ка попробуем вот эту фигню. Сжать РТ, нажать квадрат. Ну-ка. И чё? По-моему, фигня какая-то. Или я не попал? Неплохой удар, кстати. Да, блин, пока его сделаешь. Ну-ка, еще раз. Да, блин. Да нет, много он, сильно много он не отнимает. Он не безопасный нифига. Да, блин! Надо было не надо было вот этот удар сделать.
блин. Да блин, ну враги. Лучше, сука, не стрелять нафиг. Лук, кстати, меньше урон, по-моему, наносит, чем просто удар. Вот странно, тут прокачки никакой нету. Такой, знаете. Блин. Есть. Наконец. Нет, издалека лучше работает, чем вблизи. О, и это ради шляпы. Класс. Это ради шляпы. Шляпа, это же так круто. Блин. Да стоп тебе, я не могу залезть на эту фигню. Я так скажу, после эксперта мне проще не стало. Вот серьезно. А вот усложнение, ну, норма в эксперт почти одинаковая. На изи я играть не буду. А, наверное, перевернуть, да? Блин. А как мне перевернуть-то ее? То есть запрыгнуть, потом перевернуть как-то надо ведь, да? Но я так не допрыгну, если я не переверну. Так. Не допрыгиваю. Как допрыгнуть-то? Не допрыгиваю. Что-то я не понял пока что. Я так не допрыгну, если я не перевернул. Что мне делать тогда? Что-то вот так надо сделать. Как-то замереть. Замедлением времени. Или нет?
Это я не понял. Ладно, подумаю еще раз. А, вон как. Блин, два раза надо было. Все, я понял. Два раза надо было перевернуть. Так, а тут что надо делать? Сюда никак. А, вот же. Плохо видно. Понятно. По-моему, что-то не то сделал. Я сделал куда хитрее, чем разработчики, видимо, задумали. Видимо, надо вот так залезть, а потом уже вот так. А я это сделал совсем по-иному. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тленыш, давай сюда, друган. Друган, в армию ко мне. О, армия пополнилась. Уже 51. Вот так вот, хоп. Такс. Тут что-то какие-то комнаты. Все завалено. А, мне надо очистить, видимо. Со змея все больше и больше. Я понял. Понял вас, ребята. Идите вы нафиг. Ящер, идите в жопу. А, вот это надо еще. Ящер, иди в жопу. О, пожиратель тлена, босс номер 10. Гигантская ящерица, да? О нет, только не эти мухи. О нет. А, убегай. Убегай нафиг. Да нифига легче не становится.
А ну-ка, так нельзя бить? Как хотел этой штукой. Блин, мук вызывают, это фигово. Как же бесит такие боссы, а? Постоянно вызывающие врагов. А, надо бить ее, когда она рот разевает. Давай, разевай рот. Блин. Ладно, не стреляют. Блин, не успел. А, здоровье уже не пополнить, да, все. Своими силами. Давай, разевай рот. Блин. Разинула. Я не успел. Ой, уйди, уйди. Уйди нафиг. Да ты достал своими врагами. Готово. Десятый босс готов. Самый раз сложность, чё? Говорит, что на нормале сложен. Я не знаю, кем надо быть. Не должно быть вообще легко. Ой, блин. Я сдохнул. Это фигня. Нет, не сдохнул. Так. Сожаление Адиры. Вычистить скверну пещеру сердца деревни. А я вычистил уже. А я дохну тут. А, надо символы, наверное, да? Их надо взорвать, наверное. А, я понял, что мне надо сделать. А, ну да, символы. Повернуть. А я не знаю, какой символ надо. Какой символ правильный? Да стоп тебе. Три одинаковых неправильно. Вот первый вот этот. А, во. Thank you.
Все, готово. Итак, дверь открылась. А это как вычистить? Дверь-то открылась. А дальше-то как? А, вот как. На платформе. Ой. Блин. Че? Замечательно. Замечательно. Вот это место просто замечательное будет. А где? А, вон где. Все, врагов больше нет. На, не так легкие, зачем я их еще тлен трачу? Враги прям как в ремнете, да? Самоубийцы эти. Это все, что осуждаю, я не за это. Это слово сейчас затирают. Везде. Просто кто-то думает, что если эти слова запретить, то, так сказать, это так будет лучше для людей, якобы. Ну такое. Опять ты. Иди отсюда. Не ту кнопку нажал. Ну ладно. Не звука выстрелил, а просто на них их натравил. О. Еще очистил от скверны. Чего это делать? Как-то наверх надо. А, наверное, сначала вот так надо добраться. Нет? Окей, ладно. Ладно, что-нибудь другое подумаем. А постой, еще подумать-то. Думать тут нечего. Может, на костер вот этот
Где костер? А, может... А, я, кажется, понял. Мне надо просто туда пройти. Ну да. Это просто выход. Чё, еще босс? Нет, это не босс. Я понял, что это. Мне нужно успеть очистить. Вот надо же так сделать. Из лука даже выстрелить можно. А, ну да, лук. О, точно. А я и забыл про это. Можно же из лука просто выстрелить. А, сейчас вот леныши, потом... Так, вопрос теперь у меня. Я взорвал вот это и это, а... А почему это-то не открылось? А, тут ходить теперь можно? Опять этот говно маг. Два мага. Ё-моё. Это уже босс был. Маг этот. Говно еще то. Говно маг. Да, опять говномаг. Серьезно? Опять эту воду, что ли, убирать? Разработчики, нафига это надо? Ну опять заново, что ли? Вот это вот делать, эти действия. Это, ну это бред. Духотень. Ай, блин. Геншин надо будет скоро запускать. Все, можно ходить. Чего? Что-то жестко.
Блин, да какого фига? Он успел восстановиться. Как так не получилось-то? Понял, к здоровью нет, что ли? Замечательно. Блин, опять это все. Осквернять, ой, убирать это всю скверну. О, как же это интересно, блин, по 20 раз это делать. Нельзя сразу было с босса, а? Лишние действия. Босса завалил 10 боссов, из них 8 на эксперте. Блин, ты серьезно? Камикадзе призывают. Не так бесявы эти маги. А они еще и врагов призывают. У меня лук кончается. Да блин, он лечится, гад. Короче, суть этих магов такая: когда они лечатся, их надо обязательно это тленышами скручивать. Но это сделать сложно, потому что надо пол жизни отнять. Еще и взрывается тут все. Этот маг уже был как босс, а теперь он уже не босс. Только в чем прикол, главной героиня-то сильнее не стала от этого. То есть нету ни прокачки, ничего, поэтому маг будет как обычный босс так биться. Только их будет 2. Но сейчас он за босса не считается. Какая дурь. Да блин. Надоело это ждать. Да ты издеваешься, а? Еще и камикадзе этих призывают. У меня какое здоровье тут есть, вон оно. Ж
Жесть, под взрыв половину ХП отнимает. Половину здоровья. Ты говно. Ну-ка я так вот тебя выстрелю. Ну-ка. Проводник духов. Режим истории мне не хочется играть, то уж совсем. Режим истории для тех, кто вообще в игры играть не играл. Блин. Да, конечно. Блин, как с двумя магами сражаться, я вообще без понятия. Дело в том, что если ты будешь бить одного или двоих магов, если один полечится, то все заново. Побить двоих одновременно. Такое. Как же это задолбало. Лишние действия. Это чекпоинты, конечно, расставлены не очень хорошо. Сделали бы чекпоинт отсюда, вот сразу вот. Опы. Нет, надо. А лучше вообще с магов. Блин. Ой, да иди ты. Блин, не то сделал. Не так сделал. Все хорошо, когда взрываются враги. Мне дают это. Надо полечиться, фиг я тебе дам. Отлично, один зал, один сдох. Так будет попроще. Главное 101 вдох. На тебе. Ух. Да, без сленного действия было бы сложно. Так, и что дальше? А, дверь открываем.
Его обязательно надо прокачивать, это длинное действие. Только не говорит, что еще босс. Чего? Че это такое? Ком это сердце деревни. Сколько мы играли примерно? 2 часа 40 минут, но я там еще уходил. Давайте еще немного поиграем. Взаимодействовать. Ага. Ого. Окей, я понял. Что-то нехорошее. Так, а как мне? Вот так. Вот это музыка. Музыка моей мечты. Да блин, что за фигня? Короче, пошли вот так. Окей. Перебираться, что ли, надо? Некуда тут перебираться. Я помню отзыв про эту игру, игра из 2000-х. А что значит игра из 2021-го, мне интересно. Это же вообще трэш, когда так говорят, игра из 2000-х. И подают, что это плохо. Или все игры должны быть как GTA и Red Dead 2? Ну, такое себе сравнение, конечно. Так, понятно. Левел дизайн хромает. Или все игры должны быть онлайновые? За онлайном будущее? Ай, блин. Фуф. Я не понимаю современных людей. По большей части. Я не скажу, что Икена супер какой-то шедевр. Но сказать, что она плохая, тоже не могу. Скорее переоцененные. Блин, как лагает, а?
Когда мы уже все сделаем-то? Десять боссов было. Так, что тут? Многие сейчас инди-игры переоценивают, к сожалению. Так, у меня вопрос. А что здесь делать-то надо? А, вон. Капец. Наверх надо было посмотреть. Что-то взяли. Обнаружена реликвия. Сердце деревни. Найдено тлёныш 54. Освободите Адиру. Освободите Адиру с помощью реликвий. Окей, мы с ней сражаться будем, наверное. Лучше, наверное, завтра ее припасти, эту Адиру. 10 боссов мы одолели. В принципе, хватит. Да, вот загрузка пошла, мы... О как. I found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village heart. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hannah. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. Так, а теперь надо идти вот сюда, вход в башню. Освободите Адиру. Окей. Прямо идти, да? Теперь буду внимательно с сложностью в играх. А, вот. Переместиться может. А, то есть здесь ее освобождать, да? Ну ладно, тогда пока не будем освобождать ее. Там реально было написано повышенное постоянно. Да, я на повышенной сложности играл. Ладно, наверное, хорош пока на сегодня.
Завтра постараюсь добить или на следующем стриме. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на каналы на YouTube, на Channel Good Game, и также в Facebook Одноклассники. Никуда не уходите, скоро будет Genshin Impact.